старшей смены караула охраны моста. А зовут вас? Абдулов. Ранил, конечно. Расскажите, вот, предварительной версии какова? 7:45. Мой охранник, находящийся на первом посту, сообщил, что случилась авария. Мы вдвоем с ним прибыли сюда. Значит, водитель фуры ехал в сторону Казани, груженный кондиционерами. Выехал на разведительную полосу, запустил снег, его развернуло, считай, на 180 градусов. Пробил отбойник, пробил перила моста в 3 пролета. Значит, при повороте он в него ударил машину «Шкода», по-моему, да? И, значит, вторая машина пострадавшая была, «Киа». Значит, пострадала при мне, двоих человек увезли на скорой помощи. Пассажиры, водители вот этой машины. И в той машине, по-моему, пострадавших не было при мне. Но я ушел на доклад. А вот говорят, что фура буквально накрыла вот эту легковушку, поэтому она такая легковая. Ну да, получается, машины двигались в сторону Москвы, все эти легковые. Он выехал поперек и боком их ударил. И фура вообще перевернулась на бок и накрыла, по идее. Ну не накрыла, они отлетели, назад отлетели машины от удара. А фура на бок перевернулась. Когда ее разгрузили, она вот встала на колеса. То есть вот крыша-то помята, все-таки упала, получается? Да, получается, да, на нее продавила маленькими. Ну, потерпевшие, в основном внутренние, ребра сломаны, внутренние окна повреждены. Но самостоятельно они передвигались до скорой помощи. Спасибо.